Американская норка. Сегодня на Дальнем Востоке это один из самых многочисленных, обычных и широко распространенных видов семейства куньих. Почему американская? Да потому что она действительно не наша, она приезжая, и всего каких-то 40 лет назад дальневосточники не были с ней знакомы. Первую партию иностранных зверьков выпустили на Дальнем Востоке в 1953 году, а всего с 50-х по 70-е годы в нашу тайгу на вольное поселение было выпущено 6539 норок. В это время на юге Приморья уже существовали звероводческие фермы, и здесь, кроме выпущенных на волю новоселов, в создании нового таежного племени неплохо поучаствовали одомашненные норки, регулярно сбегавшие на волю с этих ферм. Пришелец хитро устроился на новом месте, не вступая в территориальные конфликты с местным куньим народом. Норка заняла реки и таежные ключи, где с ней не конкурируют за место под солнцем ни соболь, ни колонок, ни барсук. А в воде всегда есть чем поживиться, особенно если ты идеально приспособлен к водолазной жизни. Основу питания норки составляет в первую очередь, конечно же, рыба и различные водные животные. Впрочем, шустрому зверьку лучше не попадаться и на земле. Если повезет, не отказывается норка и от мышевидных грызунов, и от мелких птиц.